Приветствую вас на канале Beer Hunter, мое имя Олег. Хоть вчера еще шел снег, весна наконец-то наступила. А это значит, ну помимо шашлыков, что мы будем делать для вас новые видео, куда более интересные, куда более полезные. Поэтому пишите ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ведь это все мотивирует меня делать видео и делать их интереснее, чем предыдущие. Как вы знаете, недавно в продажу поступил новый арбалет Beer Hunter Doom Mini. И многие задаются вопросом, чем он отличается от обычного Doom и чем он отличается от Mamba. На самом деле все просто. Этот арбалет – это что-то среднее между Doom и Mamba. Он быстрее, чем один, и значительно компактнее и легче, чем второй. Но чтобы показать все наглядно, мы решили записать видео, в котором мы сравним для начала Doom Mini и Mamba. Ну и ради разнообразия я решил добавить еще пневматику. Мы сравним их на скорость, на точность и так далее. В первом видео мы замерим только скорость и поговорим об энергии этих арбалетов. А во втором видео уже постреляем по разным предметам. Итак, план я обозначил. Но перед тем, как мы пойдем замерять скорость, мы пойдем и купим мишени для второго ролика. Бери. Мне кажется, легко прям должен справиться. Мне тоже так кажется. Строим шалаш. Не хватит. Толстый, тонкий, толстый, тонкий. Вот это, ну, очевидно, это как бы очевидно. Пробьет, неинтересно. Давай сейф возьмем. Я за сейф. Мне кажется, это интереснее, чем... Чем лопата? Здравствуйте, а подскажешь, а где лопату можно посмотреть? Когда ты брал по 150, у нас уже несколько кризисов произошло. Улики устранять? Да. Пойдем. Закопаем кого-нибудь. Что за сейф? Я, кстати, может, забыл дикурить. Я думаю, вы уже подписались на этот канал, но если нет, то сейчас самое время, чтобы это сделать. А пока давайте взведем наш арбалет. Начнем мы замер скорости с Mamba. Погнали. Метров в секунду. Неплохой результат, но давайте посмотрим, что нам покажет Doom Mini. Ну и теперь пришел черед Doom Mini. Берем его родной дротик, который идет в комплекте. Так же, собственно, как мы брали тогда, когда стреляли с Mamba, тот дротик, который идет в комплекте с Mamba. И стреляем. Метров в секунду. Для чего я все это делаю? Ну, во-первых, часто задают вопрос, а чем Doom отличается от Mamba, почему он мощнее, если скорость у них заявлена примерно одинаковая? На самом деле, я не знаю, я не мерил их скорость на стандартных плечах, но вот оба арбалета сейчас были на усиленных плечах. И Doom выдал большую скорость, при том, что его дротик весит больше, чем дротик от Mamba. Ну, просто потому, что он чуть-чуть подлиннее. Соответственно, на усиленных плечах Doom в любом случае мощнее, чем Mamba. Это первое. Второе, это для того, чтобы в следующем ролике, когда мы будем стрелять по различным предметам, у вас была какая-то привязка к скоростям, к энергии, ну и так далее. То есть вот к этим цифрам, которые мы сейчас получили. То есть вы будете знать, что арбалет, который стрелой стреляет вот такую-то скорость, может там разбить кирпич, условно, да? Мы еще не знаем, что он там может. Но есть один нюанс. Как я сказал, я мерил все это на усиленных плечах и мерил я родными дротиками. На самом деле, так делать нельзя. Эти дротики по весу рассчитаны на стандартное усилие планок. И когда вы стреляете с усиленных планок этими дротиками, получается что-то вроде полухолостого выстрела. Поэтому так делать нельзя. Я как-то стрелял вот несколько серий для другого видео с Mamba, с усиленными планками. Выстрелил вот, ну я не знаю, выстрел в 20, наверное. Потом обнаружил, что планки у меня расслоились. То же самое произошло и с Doom. То есть пока мы тут его испытывали, пробовали, все вот это вот все дела, тоже оказалось, что планки разваливаются. Поэтому, ребят, если вы покупаете усиленные плечи,
для этих арбалетов. Не вздумайте стрелять родными дротиками, они для этого слишком легкие. А теперь давайте постреляем с пневматики, опять же для сравнения. Я никогда не стрелял с пневматического пистолета, поэтому надеюсь, ничего не сломаю. Стрёмно. Здрасте. Не получится у нас в пневматике замерить скорость, потому что пулька слишком... Потому что пулька слишком маленькая, слишком быстро пролетает, и хронограф ее не видит. Ну ладно, я тогда посмотрю в интернете скорость, заявленную для этого пистолета, и где-нибудь тут вот ее напишу. А на этом все. Всем пока. До новых встреч.